Программа «В путь» возвращается на экраны. В новом сезоне еще больше историй, невероятных приключений и ярких героев. Только теперь проводниками в мир путешествий станут новые ведущие. Привет всем любителям хороших телешоу! Всем любителям приключений! Привет всем, кому с нами по пути! Ну что же, это новый путь без границ, и теперь вести его будем мы по-новому. Да, мы даже, знаете, название обновили. Новый в путь. Да. Только новый добавили? Ну да, это очень креативно. Боюсь я такого креатива. Пожалуйста, не бойся, я с тобой. От этого вообще страшнее. Не надо, все у нас с тобой получится. Новый в путь без границ – это уже знакомый формат, плюс ударная доза энергии и позитива, захватывающих сюжетов и искрометного юмора. Я всегда мечтала быть комбайнером. А я всегда мечтал бегать. Новый в путь без границ – мечты сбываются. Новый путь без границ, новые ведущие. Настя Чернетинская, Артем Мазур. Настя, когда я говорил бегать, я не это имел в виду. В первом выпуске нового сезона отправимся в Дубасары и покажем город с музыкальной стороны. Познакомим с местными звездами и посетим самую большую в стране музыкальную школу. Удалось ли спеться ведущим проекта? Увидим совсем скоро. Новый «Путь без границ» в эфире Первого Приднестровского в привычное время. Каждый четверг, сразу после КЭБа.